Привет, друзья! Ранее сообщили о скоропостижной смерти 61-летнего актера театра «Сфера» Василия Витальевича Станаженко. Артиста не стало 18 июня. Он скончался в одной из московских больниц, куда его доставили каретой скорой помощи из квартиры по улице Академика Королева. Выяснилось, что Василий Витальевич пострадал дома. Он упал с лестницы и получил серьезные травмы, после чего сразу обратился в скорую помощь. 16 июня в городскую больницу каретой скорой помощи был доставлен 61-летний артист Василий Станаженко. Как сообщил врачам сам актер, дома он неудачно упал с лестницы и ударился головой. Василия госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Врачи боролись за жизнь артиста, однако в 6 утра 18 июня его не стало. Василий Станаженко проработал в театре «Сфера» 36 лет. Кроме театральных работ, трудился актером озвучивания «Дракула», «Джона Уик», «Трансформеры» и другие. Были роли в кино и сериалах «Анна детектив», «Возвращение Мухтара», «Золотая клетка», «Самара», «Паутина» и так далее. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.